Прогуливаясь по улице Ленина, можно случайно стать посетителем художественной выставки. Работы 22 севастопольских и крымских живописцев представлены на витрине выставочного пространства «Окна Геллери» арт-центра «Мы вместе Севастополь». Экспозиция появилась там накануне Нового года в качестве подарка местным художникам. Возможность представить свои работы получили и известные, и начинающие творцы. Как говорит координатор выставки, для участников не устанавливали никаких правил, ведь у искусства нет границ. Выставка «Южное солнце» у нас была основана для того, чтобы сделать объединение художников. Объединение художников разных возрастов и разных техниках, разных стилях. Она у нас очень нестандартная получилась, так как все идет через витрину. Но, тем не менее, это очень круто, потому что все, кто проходит, могут посмотреть на выставку и не обязательно заходить, да? Сама девушка представила на выставке 4 работы. Героем одной из них стал ее папа, человек, который всегда поддерживает художницу. Алена рисует в основном портреты, но по соседству с ее картинами висят и пейзажи, и натюрморты, и полотна в других жанрах. Для части художников эта выставка – первый опыт. Тут 22 художника, и вот из них, ну, моих-то 3 ученицы, и остальные все новые. Даже я что-то упустил, несмотря на то, что я отслеживаю всегда молодых художников. Я люблю общаться с молодыми художниками. Новые есть таланты. Инициировал выставку «Союз русских художников». Это возрожденная творческая организация. Первый союз создали еще в 1903 году. Новое объединение следует принципу прародителя – объединить разных творцов и помочь каждому из них. В ближайшие месяцы после витринной выставки «Южное солнце России» организация проведет еще 2, но уже в онлайн-режиме. Мария Демишева, Анатолий Паньков, Севинформбюро,